Новотроицке проводили в последний путь почетного гражданина города Юрия Кожевникова. Сердце заслуженного строителя СССР, кавалера двух орденов Трудового Красного Знамени, перестало биться 21 января. Юрий Александрович родился в поселке Калинина Ташлинского района Оренбургской области. В 1949 году поступил в Новотроицкий строительный техникум и в дальнейшем всю свою жизнь посвятил выбранной профессии строителя. Проститься с бывшим многолетним руководителем Треста Новотроицк Металлургстрой пришли близкие, родственники, друзья, представители муниципалитета и городских предприятий. От имени горадминистрации с траурной речью выступили Владимир Некрасов и руководитель аппарата мэрии Александр Кучеров. Затем слово было предоставлено бывшим работникам Треста и генеральному директору Новотроицкого завода хромовых соединений Василию Измалкину, который знал Юрия Александровича лично. Он как профессионал принимал правильное решение и делал. Все то, что сделано в городе Новотроицке, и посредством его участия и его руководства. Он вывел наш Трест, самый лучший Трест в России. Мы строили не только в Оренбургской области, но и в Москве. Он был требовательным руководителем, справедливым и всегда отстаивал интересы своего предприятия. Он не воспринял перестройку и приватизацию. Он просто ушел. Галина Кривоногова, бывший инженер-конструктор Треста, отзывается о Юрии Кожевникове как о добром, отзывчивом человеке, который всегда придет на помощь. Ну, во-первых, очень сам по себе был ответственный человек. Во-вторых, грамотный. В-третьих, очень хорошо с людьми обращался в обращении вообще, понимаете, с ним было очень просто работать. Владимир Гаврилов, бывший заместитель Юрия Кожевникова, вспоминает, что мужчина был настоящим профессионалом своего дела. Ну, прежде всего, профессионалом, высочайшим профессионалом. Таких в Тресте практически и не было. Требовательный. Ответственный очень. Много объектов было построено с участием Юрия Кожевникова. Школы, больницы, дома, магазины, бассейн, комбинат, объекты агропрома и новые производства на заводе хромовых соединений.